Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» представляет современную технологию строительства комфортабельного жилья из дерева. Технология «Массив Хольцмейер» – это быстрота возведения, экологичность, долговечность, идеальное сочетание качества и цены. Современный дом – это престижно. По всем вопросам обращаться по телефону 700-976. Знатоки мясных блюд знают – лучший продукт – это свежее охлажденное мясо, которое производится путем быстрого охлаждения до температуры, при которой оно перестает портиться и сохраняет полезные свойства и витамины. Выбирая «Хатасский свинокомплекс», вы можете быть уверены в качестве и свежести продуктов. Ведь местное всегда лучшее. Будьте неотразимы в одежде с оригинальным принтом. Напечатайте любимое изображение на футболку, толстовку или штаны. Компания «Рэктайм». Мы рады сообщить, что наши земляки стали победителями международного конкурса сельскохозяйственной продукции. Для нас большая радость, что наш якутский кумыс признали лучшим и так высоко оценили и во всем мире. Встречайте победителей в номинации «Экологически чистый продукт» Нима Ивановича. Разрешите торжественно вручить благодарственную грамоту от лица министра сельского хозяйства и путевку в Малайзию от туристической компании «МТК Саха» на 4-ю международную конференцию по сельскохозяйственной продукции.
Ханы, регистрация Аланнади, что-то не бак дебут. Когда это не бинит бак, это было когда это когда. А оно мало сюда бай. Как это не на первой полосе? Я такой материал собрала. Ничего не знаю, но статья должна быть на первой полосе. А говоря, ту отта сордоту. Че? Братом молодец. Че? Мен улускунатырдан. Улускун болуду. Мен республиканатырдан. О, карынен бол бүткей. О, карыным сиремін әйеға. Мен білін кәлем. Қанда бардың? Білін кәлем, туалетті бардым. Ну, бұна да лақым кеді. Батчық шығылға. Че, самолико хуйдать бы ты? Че? Мама, таки не кредит, где ханада. Буол, буил, кадарабаран, нагальбах. Че, достойно джеди хиджар. Итак. Уважаемые пассажиры, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами, принятыми на борту воздушного судна. Целью вашей безопасности и охраны здоровья других пассажиров запрещается курить в течение всего полета, а также вставать со своих мест и ходить по салону во время снижения и набора высоты в течение 20 минут. Просим вас не трогать без необходимости замки и ручки основного и запасных выходов. Основной выход расположен в хвостовой части самолета и снабжен трапом. Запасные выходы расположены в салоне самолета с левой стороны у второго, с правой стороны у седьмого рядов кресел. Порядок открытия выходов показан на трафаретах, которые нанесены на двери и люки. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательными средствами вам позволит инструкция по... Не возражаешь? Динада мен тұтаскей болып отақпын. Оғынан барын бөтелгі ордақпыны салыбырам барын. Онына бөтелелері хамы күтталақ оқ дейлер. Сымыя. Да, вы что-то хотели? Да. Повторите, плиз. Вам одну? Да-да.
Эне дан күрү. Төл бак самолет көтө хиддери. Төл бак машиналар анны хиддери. Бутерил. Машиналар албахтык аллара төр. Албахтык аллара сакрыр. Эйде. Пожалуйста. Да. Аллара сакрыр эни бит. Ол тугар. Эха. Добрый день. Клим Иванович Демин. Клим Иванович, добрый день. Для вас забронирован номер класса люкс 301. Махтал. Приятного отдыха. Люкс, да. Бена. Бартабастын. Клим Иванович, мен мына гимбир хону халбаппын. Мен күспар гимбир барыктахпын. Күспар барытын бухарыктахпын. Күспын оскутуктахпын. Ше, шап-шап. Тасын халдарар. Сереген қарақын тұпсырынан маң барайын болсаға дей. Оо. Оо. Абуты әбіт, а? Оо, аттақ әбіт, а? Оо, ғытат үйіққа. Матықайдара қатшы бұға бола, а? Бұл не бола, а? Клим Иванович, мен үксімеді, Клим Иванович. Чөп адыр үксабаққы суын таран, ондан барым ол ғағы. Мен білім барым, Клим Иванович. Клим Иванович, Клим Иванович. Мен барым еді. Мен барым еді, ол күз бар, Клим Иванович. Эй, дима, ән тақсан масынағын көйді көрірі қайдап тұрыр бұл күн. Милициялар бағыр басықтары. Хая, обу тіксаных самбарын туян қалады. Қаяқ бұтей. Білеген жақтарға бардағына жалабыт қақты ер. Малазиевы деген ұмнылдар. Әйелді кіғы соқ. Соп коспут, қол коспутты хүгер. Әйдіғ болдағына әссе мақтан ұқтақ кені. Көмілі сәрі. Кәл. Бұдекі ғырағаны біте. Тол ғыра бұтай. Дұрға, сау ғығындыр әл. Өте әркем асты. Кейті жерге бе ағаджа, ең аған көрілен бердіңді. Ема, тақсы бабат деш біте. Көрбідің жоттан. Сәй, сәмір өкі қойта әріңді бұл. Сәй, тұрыр, таңын. Мен қомына бардым. Қайдақ мен әргіс бетімді. Дүш бәкеғын. Ата мен яна бірақты әтімді. Уважаемые пассажиры, наш самолет еще не набрал заданную высоту полета. В целях вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми привязными ремнями. О наборе высоты вам будет сообщено дополнительно. Благодарю за внимание. Мама, самолет тоже сырый. Девушка, у нас все хорошо? Да, все хорошо. Вы простите, простите, пожалуйста.
Ха самый-самый баса нам ден тугын этебин? Чарает. Эльбах бағай оғы. Улахан-улахан же. Антан сен бағаты. Энк жабыт мычыстабыт амэхан болан қалын. Әнеме. Мен күн жағысты көрібіт оғынер болан қалын. Тарыскалақ. Тарыскалақ. Олар, мен әйеқа білеген астория көрсеем. Неген әбәд яқтары де? Әнен әбәд яқтары оғам. Әнеген әмәқын яқтары. Әмәқын. И все-таки, как он так уехал и ничего не сказал? Ну, куда денется, все равно вернется. Просто так не делают. А вдруг не вернется? Конечно, вернется. Не надо так говорить. По всей видимости, эта конференция ему намного интереснее. Ну, вдруг он встретит там какую-нибудь туземку и останется. Макс! Кто Макс? Ну, вдруг его потянет на экзотику. И только что поступило экстренное. Дурак, что ты говоришь такое? Ну, если дурак, то очень милый и обаяшка. Да ну тебя, обаяшка. Подумай лучше, что вечером делать будем. Не знаю ни о чем больше такого думаю. По полученным данным, на борту рейса 332 было 115 пассажиров. О наличии выживших информации пока нет, ведутся поиски тел. Что случилось? Самолет рейса Якутск-Куала-Лумпур вылетел вчера в 8 утра по местному времени. Через 5 часов оборвалась связь с самолетом, через 3 стало известно о трагедии. Доподлинно неизвестна причина катастрофы. Это его самолет? Я не знаю. Всех родственников и родных просим обратиться по номеру 45-68-95. Господи! 45-68-97. О дальнейшей судьбе пассажиров рейса 303. Уходите. Юна, успокойся, пожалуйста. Я сказала, уходите. Все будет хорошо. Да ничего не будет хорошо, все уже, все. Барлемим имран гинекурдок. Барын мантан, халларын меген. Бары халларын.
Thank you.
Охотче, толку туган. Привет, чича. Нагнал. Минеми, что скорее нам келебите? Аю, аю. А что турнут? Хасарда, вас часто. Мин мана хасарда там катесте катес. Да. Келер ту хух туди. Долгойден да. Угу. Кюйтти нагай да. Кюйтти. Я береске хвилю демен береске стан. Да. Я дохтах береске не. А чогос? Хайда халар аргун толкуйдан кэрэрэтим. Куханда? Антан, мин сынавдым күрдік батах. Атын, барыларыттан атын. Аганысча. Аниме хари? Бах комарди. Босса гаяхче, юрен яган. Энкур дупта.
Яна! 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 Хай, Яна, тоқ болын! О, бағайден, оға жоғын қалым де! Тоқын дәдір бәдінді? Хо! Көрі етіқ пын кебескерді, бәм еме кебескерді ақпын. Атам мен, маңна әкке бәтін ұй бәлімді әбетімде, ұрасу. Көрі бәт ағы мә? Хыдай бәді ұй ағы бүкінде. Күлімірі! О, чеше ағым барақсан. Бәді ұй ағы бүкінде. Әтінде бәдіңге бар, ол бошқыға бар. Ұбыт болмай әнтіға қалады атынан таман. Яна! Тоқ болын! Тоқ болын! Көрі бұм еген. Ха? Көрі қайдық бұн. Най шөйген бұтты? Бүт әрі дайарқы күрдіқ бұнде. Жүге бабы күрдіқ бұн. Күлім әрі! Яна! Доқтору Яна! 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 Яна, кәл мәнді? Яна, чем расстыкаем?
Үйел болуқ. Үйел болуқа да. Мен керген ларгын аңында. Әттен бұтты. Күрчік та. Күрчік. Яна. Умай! 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 Күйіске умай! Күлімірді! Ал оты бітшіті! Бір жабытык! Қатан тәнерия! Умай! Умай! Күйіске умай! Умылы баққа умай! Күлімірді! Мен манна бар бар! Жанна! Тоқаны балық кірді тоқаны. Тәрәуі күнінен чичақ.
Торой. Хайдах болды бихе обсайнан. Төттөрі тәрі бара келі оңнюсы жабытта ванна вачырақа. Дугаме толкой дохып ба? Толкой дохып ба, толкой дохып ба, барда ененнек. Сывай бауыт ба келеде, тугада толкой дабакка сүйчағын. Бұхарылла бұ кеменен. Кеменен? Қан келер ел кемен обсайнан? Кемен келер күнне ақты соқты. Тугада сатан бұхар ба полақына. Қалыр еч оны меген. Қалыр меген. Барыны сылғыларғын күтт олар. Мен көрікі атан оларыма бітеп олар бар бұтымы рапып бұл атабы. Қайды қойды әбек күн. Мен әні кемді бол батақ күн. Мен әні тұғым да қоқ. Оннағарын түріп беттен ұлым аптар. Қайыбын атчоға. Привет. Привет. Так, а ты что, у нас еще не готова? Да, почему? К чему не готова? Ну, мы неделю назад договаривались. Ты что, забыла? Сама приготовила? Вау, какой стол! Я как раз не завтракал. Присоединяйся, очень вкусно, Рита. Ну, признавайся, ты действительно забыла? Да ничего я не забыла, просто дела. Какие могут быть у тебя дела в субботу? Знаете, мне надо пойти решить кое-какие. Здесь что, кто-то есть?
раз мы с тобой, видимо, вдвоем поедем. Давай, собирайся. Но она действительно занята. Мы же договаривались. Тем более погода такая классная. Здорово, Лурен. Мехди, обеда мне. Привет. Мен рубахымын хөдрәмістім. Көрбет ағанда. Хысқы көрі қандары бары болар. Бәңгетті бұға көрді де көрді. Это что тот парень, которого вы сбили? Ты что, совсем с ума сошла? Рит, ну не едет, так не едет. Поехали. Я в шоке. Ты что делаешь-то? За чай. Ребят, ну может останетесь еще? Да нет, нам пора, мы поедем. Мне правда очень жаль. Чего страшного, ладно. Пока. Пока. Поехали. Пока, Макс. Пока. Хая, бара ғостылар да. Бардалар, аға. Чай олар, чай дияққа. А, тоқтары, ұрбақым, орын қан нерді үспеде болуғы. Мехада. А? Меха? Махтал. Кромбал умая. А меха. Нет, па. Хабакун да мен олчур батым де. Энды бурганмын. Қар түйе тұрыры болу. Сақам сереге. Қар, қар. Өдігін дәң қары. Қар дем маған. Қарден тұмны. Әсі бұрға түсті ғана. Маға қырасывай болыр. Thank you.
Ну как ты? Нормально. Продрогла, наверное. Знаешь, мне в детстве казалось, что весь мир бесконечно прекрасен. А сейчас? А сейчас? Сейчас мне кажется, что он еще и бесконечно сложный. И что? Ты не знаешь, что тебя ждет впереди? Мне кажется, в этом и есть прелесть в жизни. И смерти? Я не это имел в виду. Просто когда что-то плохое случается, что-то должно и хорошее случиться. Яна, все впереди. Я же с тобой. Я всегда с тобой. Я всегда рядом. Я знаю. Где мы? Макс, ну успокойся. Найдем мы сейчас этот дом. Чего ты молчишь? Я понимаю, ты переживаешь за Яну. Я тоже волнуюсь за нее. Но это ее выбор, и нам нужно принять его. Ну и вообще, я думаю, что он неплохой парень. Он добрый, внимательный, хозяйственный, живет один. И почему он живет один? Нелюдимый какой-то. И все-таки я ее не понимаю. Ну вот видишь. Ну, с другой стороны, давай будем надеяться, что все будет хорошо у них. И я думаю, что главное, она счастлива. Ну да. Давай договоримся. Когда приедем к ним, ты сделаешь лицо попроще. Окей? Так некрасиво. Ну давай поедем. Смотри, вот же дорога. Куда-нибудь нас приведет. Угу. Поехали? Давай. Как тут поживает наша привет, дикарка? Привет! Привет, дикая роза. Че так долго? Мы так ждали вас. Ты моя девочка. Чай пить, я пошли, чай пошли, моя хорошая. Сил нет, как соскучилась а по тебе. А я-то как по тебе. Все, заходим. А он тут охотится, рыбачится, за лошадками своими смотрит. Знаете, какие у него красивые лошадки? А там еще маленький жеребенок есть, такой малюсенький, симпатичный. Ну вот видите, он реально похож на Робинзона. Хотя нет, на цивилизованного Робинзона. Видите, у него даже радио есть. Ну тогда я его пятница. Ой, милые такие. Кстати, а почему ты здесь один живешь? Ты сам решил стать отшельником, или как? Яна, мен хылгылайбын көрін көлем. Можно быть как-то потактичнее? А что такого я сказал? Да ничего, мы же гости приехали все-таки. Ай, ладно, сами решайте вопрос с этим суперменом. А я прилягу. Эх, как хорошо в деревне. Да ну его. Яночка, ну что у вас со свадьбой?
А знаешь, что я придумала? Давай рассказывай, рассказывай все. Так. Продолжай в том же духе. Оп! Молодец! Еще! Еще раз! Давай! Молодцы! О, он пришел, Эй, погоди, погоди! Сет-то еще не закончился! Ура! Он пришел и все, что ли? Это не профессионально! Ну, отлично! Давай, начинаем! И оп! Тебя тоже, что ли, надо этому обучить? Связь, ловись. Ловись, связь, ловись, ловись. Здесь что, вообще связи нет, что ли? А? Рассох. Хотя да. Это же деревня. Глушь. А ты что это, свою лошадь забил? Ты, наверное, ее любил, лелеял, ухаживал за ней. Она на тебя так же батрачила. Взял ее и заколол, да? Тебе нет. Куртер багар. Тебе нет ни веки поло. Бевит та ехпит. Селфи. Инстаграм, ты, наверное... А, ты же не знаешь, что такое Инстаграм. Подождите, подождите, давайте сфотографируемся вместе. Яна, смотри, видишь самую высокую скалу? Угу. Бьюсь об заклад, что я первее тебя добегу до самой вершины. Да. Что значит «да»? А что ты так быстро сдаешься? Я что-то не узнаю в тебе, задиру, ну-ка. Давно ты меня так не называл? Задирой? Ну, теперь я называю задира. Задира, 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 задира. Ладно, задира. Догоняй! Подожди, так нечестно! Далеко не убежишь. Так нечестно, подожди. Это что написано? Лена, река. Догоняй меня. Эй, подожди. Быстрей, быстрей, быстрей. Осторожно, ступенька. Ой. Несмотря на усталость, я все равно чувствую запах. Чего? Свежий запах. Очень свежий запах травы. Вот чего, не видишь, что ли? А? Я немножко, немножко устал. Осталось всего ничего. Вон, там что-то написано. А, 500 метров написано. Всего ничего. Чувствуешь запах? Какой воздух здесь? Последний рывок. Что? Последний рывок. В этой дороге. Я верю в тебя. Я не могу. Еще чуть-чуть осталось. Терпи, терпи. Бог терпел и нам велел. Давай, давай. Вот. Вот где вся красота. Фу, добрались. Радость, радость. Мы же в детстве так не уставали. Вообще не уставали. Ага. Ну что, еще есть? Немножко с... Подожди. Энергии. Все? Пойдем. Давай, Люка. Только помедленнее. Хорошо, хорошо. Голова кружится. Какая красота, Макс.
Да, красота. Обалдеть! Да, я бы здесь остался жить. Один. Построил бы здесь себе хижину. Был бы охотником. По ягоды ходил бы, по грибы. Вот так вот жил бы один, как Робинзон Крузо. Тебя бы, городского пижона, надолго тут не хватило бы. Это почему? А вот. Ты что-то в меня вообще не веришь? Яна. Ян. Яна. Что случилось? Знаешь, а он мне всегда снится, что он живой, где-то есть и скучает по мне. Но я просыпаюсь. Всегда просыпаюсь. Слушай, мы ведь сюда не для этого приплыли. Давай, мы не будем его тревожить. Да, ты прав. Надеюсь, там ему легко и беззаботно. Куда-куда-куда? Подожди. Получай! Получай! Подожди меня! Спасибо. Спасибо. Наверное, все думают, что у нас свидание. Пусть думают. За нас? За нас. Знаешь, Макс, мне здесь очень нравится. И мне все это было необходимо. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. С каких пор ты это ешь? Ты же с детства их не любила. Ты даже не представляешь, что я научилась есть. А что именно? Ну, допустим, хачалос. Перестань! Люди все меняются. Я тоже. Приятного аппетита. Угу. И вопрос, кто остался в живых во всей планете?
Загадка с подвохом. Я? Нет. Ты? Нет. Нет? Нет. Значит, мы? Нет. Нет? Тот жираф в холодильнике, ты чё это? Так хорошо провели время? Да. Отлично посидели. Спасибо тебе, что ты согласилась. Поужинала со мной. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты ему еще и штопаешь? Да, а мне это даже в радость. Наверное, еще и стираешь, гладишь, убираешься. Ну, конечно. Слушай, друг, как ты ее посмел сюда привезти? Я не понимаю. Это же все не для нее. Ей же надо ходить в клубы, в кино, в рестораны. А тут куда она пойдет? Отдыхать? В баню твою, что ли? Или в минус 50 туалет будет ходить? А если она заболеет? Что ты будешь делать? Так же дрова складывать? Это же дыра. Ты реально посмотри на нее и на себя. Вы совершенно разные люди. Ты привел ее сюда, в эту дыру. Деревня. Тоже нашел себе служанку. Думаешь, если пройтись по этим солнечным лучикам, утонешь? Не утонешь. Думаешь? Мне кажется, это вполне возможно. А ты похож на Чебурашку. Почему на Чебурашку? У меня же не такие большие уши. Нет, просто ты такой же добрый и милый. А ты тогда кто? Не знаю. Никто. Я знаю, на кого ты похожа. Кто? Домовенок. Почему это я домовенок? Потому что ты такая же грязнуля. Вот. А что эта музыка играет и никого нету? Хорошо же. Давай. Умеешь вальс танцевать? Ну, чуть-чуть. Тогда шаг ко мне. Тебе. Шаг к тебе. Шаг ко мне.
Вот мы уже танцуем вальс. Почти, да? Крутишься. Крутись ко мне. Потом вот так крутишься, потом обратно ко мне. Такой одинокий на фоне стальных кораблей. Макс, она такая красивая, хорошая, милая, искренняя. Она просто чудо. Ну, значит, она не умеет готовить. Почему же? Конечно, умеет. Ну, значит, она глупая. Да нет же, человек вторую вышку получает. Значит, она зануда. Тебе лишь бы придраться, Макс, ты же ее даже не видел. Ну, почему она вся такая идеальная, хорошая и до сих пор одинока? Может, у нее это, с головой того? Макс, ну ты же один, может, и ты того? Я-то другое дело. Почему это ты другое дело-то? Я же помочь просто пытаюсь. Ладно, ладно, знакомь уже, уговорила. Правда? Да, да. Ура! Не вытирай, не вытирай, не вытирай, подожди, подожди. Господи боже, Макс! Успокойся, пожалуйста, Макс. Не сейчас. Мы его убили. Друг, с тобой все в порядке? Извини, пожалуйста, мы тебя не заметили. С тобой все в порядке? Эй! Черт! Тар. А? Извини, пожалуйста, друг. Мы не хотели. Мы тебя просто не заметили. Может, тебя все-таки в больницу, а? Макс, мы ему не нравимся. Конечно, мы ему не нравимся. Мы его только что сбили. Все-таки мы тебя отвезем в больницу. Там тебя обследуют. Давай, вставай. Макс, он не хочет. Как это не хочет? Мы его должны в больницу отвезти. Давай, вставай. Бери сумку, пошли. Так. Так, так. Хорошо, хорошо. Отлично. Прости, пожалуйста, меня за вчерашнее. Я не хотел, просто как-то нелепо получилось. Макс, давай не будем об этом говорить.
Тукам, кердери бахалста хартска на хайдах көрөбүн. Хартска көрөгөтөр бүтөт мунук барды. Мана баттыгыт, она хаңас чеки баттан хаватса. Будекке да? А. Очогоно кэстэн хе. Ага. Все, спасибо. Бахалста. Марын хаса даңыттан манхатан көрбөккө эрей бөгөтүн көрдүн. Оң нерон тыннагар дегене. Бейте манын жарыгырар эте. Анта манна кемнен келбек кетей? Соғы тауын болуға де. Олығы нендекке бара негар болуға де. Оттан кемнен келі хаджағын? Әмін доғыр бұн кітті келбетем. А түшігейін, әдір жон, әдір әрдіқтіне күлейден баға болуға де. Ты веришь в совместимость гороскопов? Макс, одолжи, пожалуйста, свой планшет. Да. Вот. В номере возьми, пожалуйста. Мы можем потом куда-нибудь сходить. Спасибо, не надо. Извини, пожалуйста, это сестра, у нее сессия, там, экзамены, ну, в общем, ты сама знаешь. Прости, пожалуйста. И я скоро вернусь, ты не уходи. Яна! Яна! Яна, погоди! Яна, постой! Постой, Яна! Погоди, погоди, ты что, обиделась? Нет. Ну ты же обиделась. Давай поговорим. Хочешь поговорить? Говори с ней. Я хочу говорить с тобой, Яна! Сколько можно игнорировать меня? Я же тебе не посторонний человек. Мы друг друга знаем с детства. Сколько можно меня игнорировать? Я как дурак стою, жду, пока ты подойдешь ко мне. Куда ты уходишь? Не смей уходить опять. Слышишь? Не ты одна мучишься. Стой, говорю. Я же тоже не железный человек. У меня тоже чувства есть, понимаешь? Слышишь ты меня я или не нет? Я не хочу ничего слушать. Так говори со мной, говори со мной, говори со мной. Не хочу говорить. Говори. Так слушай меня. Мне недостаточно твоей дружбы, понимаешь ты или нет? Отпусти меня.
Яночка, что с тобой? Я просто не думала, что это может так быстро произойти. Так, я не поняла. Перестань, чтобы я больше такого не слышала. Ты у нас самая красивая невеста, поняла? Да. Слушай, давай накатим, а? Если сейчас вытащить шампанское и открыть, мне кажется, да это ладно уже будет ты не то. Нужно после да того, как ты мы все выйдем, привет, и нас платится, фотограф будет фотографировать. О, ты просто, ты прекрасна. Рита! Что? Платье! А, да-да, все отлично. Ты чем-то обеспокоена? Нет, что ты, все хорошо. Хорошо, давай, что-то бахнем, родители, никого же нет. По-моему, почти все волнуешься. Почему ты меня не слушаешь? Я тебе говорю, тебе. Давайте сфотографируемся, а? Вот, о, давай. Давай, встали. Погоди, сюда, осторожней. Вот сюда, давай. Так, осторожно, ступенька. Чиз! Макс, а где наши родители? Да, Макс, позвони родителям. А, сейчас, минуточку. Не дали нормально пофотографироваться. Ну все, захомутали всех моих друзей. Один я остался. Алло? Совершенно один. А, здрасте. А вы где находитесь? Один-одинёженька. А, да? Ну, в общем, как-то поторопиться надо, а то опаздываем. Поторопитесь, да, хорошо, все, ждем вас. До свидания. Ребят, в общем, это, родители застряли в пробке, но они скоро будут, не переживай. А как же я без букета? Да ладно, все хорошо. Скоро будут же. Слушай, у тебя кольца-то стоят. Что ты меня за кого принимаешь вообще? Ты думаешь, я кольцо твое посеял соль? Ну, может быть. Вряд ли оно. А, ну ладно. Это, может быть, зайдем? О, точно, давайте. Давайте зайдем. Давай. Поднимайся. Обручальное кольцо подарил я тебе. Открывай быстрее дверь. Пошире. Вот тебе кофе. Ой, спасибо, моя хорошая. Не за что. Давай фотографии посмотрим. Давай. Смотри, какая прелесть. Только распечатала. Макс такой загорелый. А ты Белоснежка. Такая классная фотография. Да, под рамочку его надо. Да, вообще здорово. Смотри. Вот это тоже кадр классный. Да, прям постановочный. Да, вообще сказочная фотография. Ну... Очень хороший фотограф был. Да. Смотри, наша портретная. Вау! Такие классные.
Ты такой хомячок? Пухляш. Нет, не пухляш. Пухляшка. Вкусняшка. Вот смотри, эмоции вообще. Че это вы тут делаете? Не знаю, что-то я там тебе наговариваю, Макс нас куда-то тащит. Подмога, да, еще у Макса? Ну, не говори. Вот тоже вообще прикольная фотография. Но... Церковь такая красивая. Да. О, здесь вообще такие красивые получились на лестнице. А это кто? Где? Вот. Ты что-то знаешь, да? Ну, возможно, мне показалось, что я кого-то видела там на свадьбе. Но мало ли похожих людей. Что? Что ты сказала? И открыть, мне кажется, да ладно ты, не то. Нужно после да того, что как мы все выйдем, привет, и нас фотограф будет фотографировать. О, ты просто, ты прекрасна. Рита! Что? Платье! А, да-да, все отлично. С чем-то обеспокоена? Нет, что ты, все хорошо. Давай, что-то пахнет, родители, никого же нет. По-моему, очень все волнуешься. Да тебе передать. Рита, может быть, зайдем? О, точно, давайте. Давайте зайдем. Давай. Давай. Поднимайся.
обручальное кольцо подарил я тебе. Открывай быстрее дверь. Аж пошире, пошире. Була хатох там кутта наганый. Соғыда халар бұттан бола. Тоғы? Олығын тұхары соғыда сылычар. Ондық сатамата бола дейханы бін. Кутта нама хоғыда хатчен оға. Соруна наргыды сетти хэммит камсар би онну батпы тен би таптал эрэл тылари атыны була адьен кер кайаны барыма дурда хакка болом дьен Эрэннэрэ би Эрэннэрэ би
Огору мені баргина, тулам бары та сириди, дурда хакка болом ден, эреннер бим, дурда хакка болом ден.